Это я на первом курсе. Блин, я проспал! Нужно собираться быстрей! А это я на пятом курсе. Но даже на пятом курсе не всегда удается поспать. Гев, да не стучи, сейчас еще коменда припрет. Уже приперлась, Когут. А это наша коменда, Дарья Ивановна. Я тебе сколько раз говорила, после 23:00 не пущу. Иди ночуй на вокзал. О, Когут, стой! Где мусор? А, так... Поворот на 180 градусов и за мусором. Да блин. Дарья Ивановна! Я уже 35 лет, Дарья Ивановна, сказала дежуришь, значит дежуришь. О, ну давай посмотрим, что у нас тут творится. Как всегда, срач. Извините, Дарья Ивановна, я думал встать пораньше, убраться, просто не успел. Значит так, Огут, у меня сегодня проверка с ректором. Если ты все это не уберешь, ты знаешь, что с тобой будет? Правильно! Выселю к чертям собачьим, даю тебе 10 минут, приду, проверю. Понял, все уберу. Вот папандос. Ладно, надо все быстренько убрать. Ну, вроде все убрался. Как же жарко. Твою мать, вот это фейл, надо быстро все убрать. Куда я уже тряпку, блин, дел? Ну что, Когут, убрался? Да, да, проходите, я там просто немного воду пролил. О нет, о нет, о нет, блин, почему именно в моей комнате, блин, Дарья Ивановна, Дарья Ивановна. Черт, и что теперь делать, блин, что теперь делать? Может кому-то набрать, например, в скорую? Да, нет, надо сначала Геву, точно, Геву. Алло, Гев, у меня проблемы, быстрее зайди ко мне. Да не общать, я же говорю, что у меня сегодня урок по вождению. Вы посторонняя? А, ладно, забей. Блин, я, кажется, встрял. Что случилось? Вот что случилось. Ну, коменда лежит у тебя в комнате. Стоп, коменда лежит у тебя в комнате? Да, и без сознания. Офигеть, ты что, замочил Дарью Ивановну? Ты дурак, что ли? Она зашла проверить, убрался ли я в комнате, а я разлил воду в коридоре. Она поскользнулась, и вот, что теперь делать? Охренеть, но все равно буквально получается, ты замочил Дарью Ивановну. Блин, получается, что да. И что теперь делать? Ну, слушай, тебе терять уже нечего. Предлагаю грабануть банк, затем рвануть через границу в Мексику, и там пару месяцев перекантоваться у моего кузена Диего. Гев, мне сейчас не до твоих дебильных идей. Ну ладно, она хоть дышит? Ну, вроде дышит. Что значит вроде? Ты в адеквате? Проверь пульс. Ага, сейчас. Пульс в норме. Да не себе, идиот, а ей. Ага, сек, ну, вроде есть. Отлично, тогда затащи ее на кровать и попробуй привести в чувство. Что за звук? Блин, все, мне пора, давай. Давай. Извините, Дарья Ивановна, такс. И взяли. Фух. Блин, чё так тяжело? Надо будет в качалку записаться. Человек без сознания. Без сознания? Да, без сознания. Но дышит. Что делать? Сначала вытягиваем обе ноги человека прямо, ближнюю к себе, руку отводим в сторону примерно 90 градусов от тела, сгибаем дальнюю от вас ногу в колени. Что за хрень? Это вообще помощь или камасутра какая-то? О, Гев. Ну что там? Ну пока что еще без сознания. Google какую-то хрень советует. Я не знаю, что делать. Ладно, а что ты уже сделал? Ничего. Ну это уже неплохо. Попробуй ее как-нибудь встряхнуть. Встряхнуть? Ага. Дарья Ивановна, Дарья Ивановна. Не, Гев, ничего. Тогда попробуй сказать ей что-нибудь шокирующее. Шокирующее? Дарья Ивановна, проректор с проверкой уже поднимается на этаж. А? Не, Гев, тоже не работает. Слушай, попробуй ударить ее по щеке. Гев, я не могу, мне неудобно бить Дарью Ивановну. Неудобно? А ты вспомни, как она у нас 3 дня подряд по утрам на отработке заставляла ходить. Ладно. Ну что там? Не, Гев, ничего. А у тебя есть наш атырный спирт? Нет. Тогда тебе нужно что-то с резким неприятным запахом. О, слушай, а вот те кроссы, в которых ты на физру ходил, ты их еще не выкидывал? Да нет. Тогда неси их, это 100% варик, я тебе говорю. Ты чё, дебил? Я не буду давать ей нюхать свои кроссы. А зря. Их вон любого человека из комы выведет. Дарья Ивановна, вы... О, нет, это староста этажа. Гев, я перезвоню. Давай. Ага, давай. Так, что делать, что делать? Думай. Ладно, просто соври. Скажи, что Дарья Ивановна не здесь, и все. Привет. А Дарья Ивановна здесь? Да. Коля, врать это не твое. Отлично, можешь ее позвать? Вернее, она была тут, а сейчас это... того.
А она не говорила, куда пойдет? Не говорила. Ладно, ща наберу ее. Да, давай. Что? Твою мать! Вот это палево! Я все могу объяснить. Она снова забыла свой телефон. Что? А-а-а, да, она снова забыла свой телефон. Капец, постоянно одно и то же. Ладно, давай его мне, я ее сейчас найду и передам. Да, конечно, держи. Все, давай. Ну что там? Староста заходила, пришлось выкручиваться. А коменда расчехлилась? Не. Ладно, тогда у меня есть несколько идей. Только давай без Мексики и подобной фигни. Ладно, тогда у меня нет идей. Тогда я, наверное, буду звонить в скорую. Ты что, дурак? Они ж мусорам накапают, а у тебя там явная уголовка. Согласен, а что ты предлагаешь, бездействовать? Нет, есть у меня для тебя одна идея. Какая? Ты искусственное дыхание умеешь делать? Ну, в теории, да, но я не хочу его делать. Ты что, это вопрос жизни и смерти, а если учитывать тот факт, что в некой степени виновен ты, я бы на твоем месте не выпендривался. Ладно, тогда мне надо настроиться. Да, давай, я перезвоню. Давай. Ты сможешь, просто представь, что это Аня. Да. И... Ого, ректор, выселю. А? Что? Ну, вроде приходит в себя. Ура. Стоп, а как я ей объясню, что с ней произошло? И как она оказалась у меня на кровати? А может просто соврать? Да, скажу так, вы зашли и почему-то сразу упали в обморок. И все, да, так и скажу. Ого, что произошло? Почему у тебя оказалось на кровати? Дарья Ивановна, вы зашли и поскользнулись на воде, которую я случайно разлил, упали, потеряли сознание. Блин, мне надо научиться врать. Почему у меня щеки болят? А, щеки? Ну так это, вы просто как это я сказать? Я что, падала лицом вниз? О, да, точно, лицом упали. Ну ладно, Когут, я потихоньку пойду в медпункт, я себя очень плохо чувствую. Дарья Ивановна, может это вас провести? Нет, не надо, я сама. Алло, ну что там, коменда, все норм, очнулась? Да, вроде все норм. Слушай, мне тут с одним человечком разобраться нужно. Ты можешь эту тему с пролитой водой повторить, а? Очень смешно, Геф. Стоп, вода! Твою мать! Слушай, Геф, а твой план с Мексикой еще актуален? С минут приду, проверю. Понял. Посмотрела, по-моему. Почему я на телефон смотрю? Это, да, вот. Извините, Дарья... Значит так, Когут. Сегодня у меня... Стойте, у меня там слова. Извините, Дарья Ивановна, я же говорю там. Я ее найду и передам. Давай еще раз. Ничего страшного. Почему у меня щеки болят? Так вы это самое, ну... Что, я падала... Не с головой. Стоп.